слава богу, что ты не из конной полиции. Внимание всем! Не стрелять! Ждать моей команды! Живой! Не собирайся! Прекратить огонь! Не стрелять! Не надо! Прекратите! Эй, блестяшка! Эй, как поживаешь? Это ты! Да я-то в курсе, что это я! Скажи мне, кто ты! Разве ты меня не помнишь? Нет. А должен? Я вышел на проезжую часть! Меня чуть не сбила машина, но ты меня оттащил! Ты спас меня! Ты сказал, что я тебе нужен! А, ты тот самый парень с чертежами! Да! С чертежами! Да! Я тебя помню! Конечно, я тебя помню! Ты мои глаза и уши! А, напомни, как тебя зовут? Как же ты мог забыть? Нет-нет, я помню, сейчас, не подсказывай. Макс. Кажется, Макс? Да. Прости, что сразу не узнал, ты как-то изменился. Ну, как дела? Я не знаю, что со мной происходит. Понимаю, я тебе верю. Так странно. Во мне теперь столько силы, и во мне кипит столько злобы. Извините. Да, я все понимаю. Ты сам этого не хочешь, ты напуган. Ты не понимаешь, как же так получилось. Я прекрасно вижу, что ты не хочешь мне зла. Все будет хорошо. Держу цель, жду указаний. Я не хочу, чтобы меня стреляли. Все, стрелять не будут. Все слышат? Это мой друг Макс. Я вам о нем рассказывал. Не стреляйте в Макса! Макс. Поговорим? Да. Давай поговорим по-дружески наедине. О-о-о, не подходи, стой, где стоишь, что? Осторожно. Там решетка, а ты весь электрический. Я только хотел, чтобы меня заметили. Только дернется, стреляй. Вот что, давай уйдем отсюда. Давай. Поговорим там, где спокойнее, где не так много людей, ладно? Да, да. Нет, нет, не стреляйте! Нет, помочь, но и ты мне помоги!